округа Братеево Александр Викторович Серегин, депутаты Совета депутатов муниципального округа Братеево и руководители организации района Братеево. Еще раз прошу приветствовать аплодисментами. Слово предоставляется главе муниципального округа Братеево Александру Викторовичу Серегину. Мероприятие сегодня посвящено нашему великому празднику, Дню Победы. Много мероприятий, посвященных этому празднику, не бывает. Прошли и праздничные концерты, и другие различные мероприятия, и автопробег был. А сегодня мы хотим ознаменовать этот праздник, День Победы, игрой между двумя командами в пейнтбол. Поэтому хочется что, в первую очередь? Пожелать каждой из команд победы. Победители ждут призы, кубки, медали. Команды сильные, две школы между собой соревнуются. Поэтому борьба будет серьезная. Но победит самый сильный, а в конце концов победит дружба. Желаем всех успехов, победы. И самое главное, приятного, хорошего настроения. С улыбкой, с радостью, с весельем. Еще раз праздник, с Днем Победы всех. Удачи! Будем болеть, ребята, переживать. Самая главная победа ваша в том, что вы сегодня уже здесь. И в какой бы вы школе ни учились, в какой бы команде вы ни были, самое главное, вам удачи, самое главное, вам хорошего настроения, бодрости, уверенности в своих силах и всего-всего самого доброго. Yeah.